Всем привет! С вами я, Виола, и добро пожаловать на мой канал. Назначу время, день и час. Не стану ждать пришествия. Коль не придет и в этот раз, отправлюсь в путешествие. Найду в каких-нибудь краях, схвачу, не дав опомниться. Мечта воскликнет: «Боже, ах!» И сразу же исполнится. Мне очень понравилось это стихотворение автора Риммы Хафизовой. Мне захотелось им с вами поделиться, потому что сегодняшнее видео, да, оно о мечтах, об их исполнении, о том, что многое в наших руках, если не все. Мы часто об этом забываем, но это так. И сегодня речь пойдет о ВНДМ. Это та мечта, которую я шла очень долго. Сначала я очень робко думала об этом, прекращала думать, опять начинала мечтать, потом откладывала эти мечты в сторону. В итоге я схватила эту свою мечту. Она воскликнула: «Боже, ах!» и исполнилась. Не надо бояться, не надо бояться что-то делать, что-то начинать. И вот это кольцо ВНДМ, эбонитовое, все вы знаете, с турмалинами. Я знаю, что многим нравится эта модель. И сегодня вот в лице этих украшений я хочу сказать, что я счастлива, я рада, я горда нашим с Мурадом тандемом. Я горжусь нашими совместными работами, нашими задумками, их исполнением. Безусловно, руки мастера, они первостепенны его мастерству, Мурада. Но я тоже принимаю некое участие в этом во всем. И наш тандем удался. Я хочу показать вам серьги к этому кольцу. Мурат мне их принес. Он их создал, принес. Я бесконечно рада. Вот обратная сторона сережек моих. Они бесподобные. Бесподобная задумка, исполнение которому не придерешься при всем своем желании. Это уникальное украшение, уникальная модель, как, впрочем, и все наши украшения. Где-то они сложнее, где-то они чуть проще. И в модели, скажем так, да, и в исполнении, но тем не менее каждое из них, оно уникально. И вот этот комплект великолепный просто, он не исключение. Он подтверждает правило, которое заключается в том, что наше украшение ВНДМ – это нечто совершенно невероятное, новое на, скажем так, рынки ювелирных украшений, если можно так выразиться. Я думаю, что можно, потому что таких украшений нет нигде, нет ни у кого. Повторах, конечно же, возможен, но это будет жалкая копия, совершенно жалкая. И люди, которые занимаются плагиатом, и есть такие товарищи, которые этим делом грешат, я считаю их жалкими. Серьезно, жалкими, потому что если нет своей какой-то фантазии, то, наверное, надо попробовать заниматься чем-то другим, нежели воровать чьи-то идеи и выдавать их за свои. Это вообще, конечно, уже такое себе. Репутация это не прибавляет. Невероятная красота. Я так довольна, что теперь у меня получился комплект. Наше лого.
Здесь, соответственно, буква М. Швенза совершенно бесподобная. Вы знаете, я планировала столько дифирамбов спеть этой модели, так ее преподнести, но, глядя на нее, я растеряла все свои слова. Внутри меня бушуют чувства, чувство гордости, чувство восхищения, чувство признательности, радости, удовольствия. Но выразить их все для меня представляется очень сложным, почему-то в данном конкретном случае. Я нисколько не преувеличиваю. Абсолютно нет. Потому что это красиво, это стильно, это эксклюзивно, это ручной труд, это энергия, которую мы вкладываем в эти украшения, тот посыл, который мы в себе, вернее, не то что в себе, тот посыл, который мы транслируем через наши украшения, это очень красиво. Это мой комплект, но, конечно же, я хочу вам предложить к заказу. Девочки, которые заказывали у нас кольца эбонитовые, при желании могут заказать себе в докомплект серьги, либо же тот, кто еще не решился сделать заказ, возможно, сейчас как раз пришло время побаловать себя таким невероятным украшением, которое вы не встретите больше нигде, нигде и ни у кого, кроме как у нас, наша V&M. Это совершенно другая история. Невероятная красота. Это не может мне нравиться. Я не знаю, да, вкусы разные, о вкусах не спорят и так далее. Я сама об этом постоянно говорю. Но это не может не нравиться. Эти же модели, выполненные в ореховом дереве, то же самое. Это совершенство. Совершенство, возможно, какое-то непривычное. У многих совершенство ассоциируется с какими-то другими представлениями о прекрасном, но для меня это совершенство. В моем восприятии это совершенство. И я имею честь предложить вам исполнить такое же совершенство для вас. Уникальное украшение абсолютно, которые будут служить вам долгие годы, и не только вам, если вы решите их оставить для своих близких. Я думаю, что они будут удивлять многие лета и восхищать. Немного получается, возможно, пафосно, но поверьте, я себя еще сдерживаю. Я горжусь нами. Я благодарна вам. Я не устану вас благодарить за то, что вы поддерживаете нас в наших фантазиях, в их воплощении, за то, что вы позволяете нам делать для вас такую красоту. Огромное вам спасибо. Я желаю вам всем всего только самого доброго. Берегите себя и берегите своих близких. А с вами была я, Виола. И мы еще обязательно увидимся. Всем пока!